Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Мария Матузна, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за размещение в интернете мемы, покинула Россию. Сообщение об этом появилось в ее аккаунте в Твиттере. Из записи следует, что сейчас Мария находится в Киеве, при этом она отмечает, что не планирует просить у властей Украины политического убежища. Напомним, 9 октября суд вернул дело Матузны в прокуратуру. Защита Марии предполагала, что за этим может последовать перевод дела из уголовного в административное или же его вовсе могут закрыть. Мария получила временную отмену подписки о невыезде, чтобы посетить Москву для съемок на телевидении и участия в конференции. Как отметил ее адвокат Роман Ажмегов, разрешения покинуть страну у нее не было. Если Мария вернется в Россию, то, скорее всего, ей грозит заключение в СИЗО. Выяснить причины и обстоятельства отъезда у самой Марии мы рассчитываем в ближайшее время. Георгию Жукову из Новоалтайска срочно нужна дорогостоящая операция. Родственникам и друзьям сложно поверить, что Жора, молодой, умный, перспективный парень, может остаться инвалидом в свои 18 лет. Врачи из Германии пообещали помочь семье, но операция обойдется в 3 миллиона рублей. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. От приглашения от Новосибирского государственного университета. Это от Томского государственного университета. Это от Политехнического Томского. Георгий Жуков может пройти в эти вузы вне конкурса. Его хотят видеть в лучших столичных и сибирских учебных заведениях страны. В этом году парень окончил школу. Золотая медаль, ни одной четверки за 11 лет, победа в олимпиадах по математике и физике. В планах у Жоры из Новоалтайска получить ученую степень, преподавать и посвятить жизнь науке. В Академгородке это много институт теплофизики есть, институт ядерной физики. Вот институт ядерной физики, он вообще как бы в России даже один из лучших. Там сейчас коллайдер собираются строить. Такие ученики, конечно, редкость. И мы всегда говорим, что это дети действительно Богом поцелованные, и у них есть вот этот дар. А наша-то задача, получается, упрощается, чтобы вот этот дар увидеть и помогать и развивать талант и дар ребенка. Но ни Москвы, ни Новосибирска Жора не увидел. Как и не увидел свой последний звонок и выпускной. В апреле этого года о себе дал знать порог сердца, а именно инфаркт пневмония. У парня серьезное нарушение кровотока в правом легком, которое грозит ему ампутацией органа. Мама Георгия рассказывает, в детстве Жора уже перенес неудачную операцию на сердце. Тогда врачи краевого кардиоцентра обещали устранить порог сердца. Все надеялись на чудо, но чудо оказалось только в том, что Жора остался жив. 8 дней в реанимации между жизнью и смертью. Потом все-таки там и сворачивались легкие, и в печени, и в селезенке неизвестно, что было. Вот радости, вот эта вот радость детства как бы ушла. И вот приезжая уже, мы в Новосибирск ездили, обследование, помню, ходили в цирк. Ему даже вот этот цирк не был в радость, как бы ему не было вот интереса смотреть, потому что тяжелое состояние было. Потом на несколько лет удалось забыть о болезни, а сейчас состояние опять ухудшилось. Требуется срочная операция, чтобы сохранить легкое и устранить порок сердца. В российских клиниках за нее не берутся, только предлагают удалить легкое. А вот в берлинском кардиоцентре готовы провести сложную операцию, но стоит она 3 миллиона рублей. Отец Жоры погиб много лет назад, и для одной мамы эта сумма неподъемная. Раньше Георгий помогал одноклассникам решать задачи по математике. Теперь же они пришли ему на помощь. Друзья и их родители организовали сбор средств, устраивают благотворительные концерты, расклеивают листовки. Чаще всего откликаются именно обычные люди. Обычные студенты, которым тоже нужны деньги на свою жизнь, они все равно их отправляют по 100, по 50 рублей, по 200, по 300, но не отправляют абсолютно все. За несколько дней удалось собрать около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Необходимо еще более 1,5 миллиона. На данный момент это последний шанс Жоры, чтобы выздороветь и своими глазами увидеть адронный коллайдер в Новосибирском академгородке. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. Представители крупных предприятий Сибири встретились со студентами Политехнического университета на профориентационном форуме. В крае встреча такого масштаба проходит впервые. На площадке представители представили более 8 направлений – химическое, машиностроительное, экономическое и другие. Но больше всего студентов интересовала возможная работа в строительной отрасли. Я планирую заниматься тем, что изучать различные материалы при строительстве, использовать их как-то в проекции зданий. Ну и все смежное с этим тоже будет использовать. Организаторы отметили, что сейчас профессии, которые получают студенты политеха, востребованы на рынке. Форум будет проходить 3 дня. Учащиеся смогут познакомиться с профессиями не только в теории, но и на практике. Запланированы выезды на предприятия.
Потому что то, что ты получишь, это здорово, те знания и компетенции. Но и когда реальный сектор тебе говорит, что вот, уважаемый будущий наш работник, ты должен соответствовать таким-то параметрам, критериям, это на самом деле мы считаем уникальной возможностью. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен дождь. Температура в Алейске, Славгороде, Заринске и Кулунде – около 9 градусов. Зеленогорске, Рубцовске до плюс 10. В Барнауле юго-западный порывистый ветер, днем до 10 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. А у меня на этом все новости. Хорошего настроения вам и до встречи.